Первая за последний год общенациональная акция протеста прошла накануне во Франции. 1 мая на улицы вышли десятки тысяч человек, несмотря на действующий в стране локдаун. Люди выступают против сокращений. День труда в стране проходит на фоне массовых сокращений из-за санитарного кризиса и непопулярной реформы системы социального страхования. По итогам прошлого года уровень безработицы в стране вырос на 1,5%. Главным образом сокращения ударили по молодежи и женщинам. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в секторах экономики, чья деятельность оказалась несовместимой с санитарными ограничениями в гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере культуры и туризма. Манифестация в Париже собрала, по разным оценкам, от 20 до 30 тысяч человек. В честь праздника труда подобные акции прошли во всех крупных городах страны. Сейчас в гостиничном бизнесе происходит настоящая социальная катастрофа, потому что есть много планов по сокращениям из-за санитарного кризиса. Наш профсоюз борется с этим, потому что правительство взяло на себя все выплаты по временной безработице, а также оказало серьезную поддержку бизнесу. Но, к сожалению, большие группы, как Мариот, Аккор и Хаят, используют ее, чтобы провести реструктуризацию и сократить сотни работников. Люди, которых вы видите здесь, работают в коммунальных службах. Они обслуживают канализационные сети, вывозят мусор. Мы не прекращали работу и в самый пик ковида спускались в колодцы, где в воде есть вирус. Собирали выброшенные маски. Мы во время пандемии делали все, что должны делать, но чтобы было так и дальше, нужно защищать коммунальные службы. Если их не будет, мы не сможем отвечать на пандемию так, как делаем это сегодня.